Реми Сёр. Болями в суставах в различных проявлениях страдают большинство людей разного возраста. В практике лечения специалисты чаще всего назначают гормональные препараты противовоспалительного и обезболивающего действия, которые не только снижают боль, а и подавляют воспалительные процессы, конкретно Реми Сёр. Реми Сёр действует на рецепторы спинного мозга, тем самым снимая болевой синдром. Вместе с тем состав лекарства обеспечивает противовоспалительный эффект в очаге воспаления. Применение и дозировка. Реми Сёр эффективно применяют для снятия болевого синдрома при артрите, бурсите и радикулите, для лечения воспалений в суставах и соединительных тканях. Как анальгетическое средство используется при невралгиях и некоторых заболеваниях позвоночника. Препарат Реми Сёр предлагается в ампулах, и для купирования боли достаточно введения одной ампулы. Курс лечения не превышает недели. Важно знать. Боли в суставах могут быть как отдельным заболеванием, так и симптомом другой болезни. Первостепенно в лечении – это устранить болевой синдром и, конечно, выявить, что спровоцировало патологию. Реми Сёр купить нужно обязательно, поскольку боли в суставах игнорировать нельзя. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.